резерв 2020. Сейчас мы посмотрим, что тут нам предоставляют на раздачу. Такая сумка. Текстиль ФНПР. Единство, солидарность, справедливость. Посмотрим, что тут есть внутри. Так, для начала у нас здесь есть бейджик с именем, фамилией участника и с QR-кодом. Затем идет вот такой антисептик для обработки рук, также с маркировкой ФНПР. Имеется вот блокнот. Все оформлено в едином брендбуке, в едином стиле. Еще здесь есть такой классный трикотажный шарфик с символикой ФНПР. Есть достаточно много перчаток для нашего эпидемиологического благополучия. Посмотрите, такой замечательный ежедневник на 2021 год. Набьем. Это книга, вот здорово. Книга Александра Шаршукова, обязательно почитаем. Замечательная теплая шапка. В Сочи сейчас декабрь, тем не менее, без шапки прохладно. Я даже знаю, это что, вкладыш в маску? Значок 30 лет. Здесь у нас фирменная маска. Вот такая. С логотипом ФНПР. Какой замечательный, тоже добротный блокнот. По ежедневнику. Не знаю, как это называется. Ручка. Да, это сменный фильтр для маски, инструкция к нему. Замечательная книга, я давно ее хотела прочитать. СММ для профсоюзных организаций. Social Media Market. Маркетинг. Так, и еще одна книга, тоже Александра Шаршукова. Краткая история профсоюзов России. Я вообще считаю, что замечательная раздатка. Участвуйте, побеждайте и приезжайте на стратегический резерв.